очень часто, друзья, вы пишете нам в WhatsApp, в Telegram с просьбой показать пикапы из Китая. Для нашего клиента мы привезли Чинган Хантер Плюс. Это пикап на полном приводе из Китая. Сейчас будем вручать Чинган Хантер Плюс для нашего клиента Евгения. Это 22-й год выпуска, 3000 км пробег, 2 литра бензин, полный привод, классический автомат, что немаловажно, и 236 лошадиных сил, друзья. Чинган Хантер Плюс, пикап из Китая. И давайте сразу по стоимости. Этот красавчик обошелся для нашего заказчика 2 900 000 рублей. У нас хорошая комплектация, дорожный просвет 225 мм. Автомобиль действительно не маленький. И любые препятствия ему не страшны. Хорошая комплектация подразумевает в себе еще и кожаный салон, электрорегулировки сидений, кожаный руль. Четыре человека, даже пять, с максимальным комфортом разместятся здесь. Ну и вот такой грузовой отсек у нас, друзья. Тоже, в принципе, он приличных размеров. Что касается дисков, то здесь, друзья, у нас идет резина 265/60/18. И также, друзья, полный привод у нас подключаемый, соответственно. И есть еще режимы езды. Различные режимы езды. Снег, грязь, нормал, эко и так далее.